нас вторая часть. И мы говорим о вас. О вас, как о человеке, известном в мире. О человеке, который сделал совершенно головокружительную карьеру, начиная с малолетства. Я читала, но вы мне расскажите про это, что вы начали заниматься музыкой в 4 года, если я ошибаюсь, то вы меня поправите. Все правильно. И дальше вы в 6 лет уже какой-то конкурс был. Расскажите, вот что это было. Да, вот мы, значит, родители, значит, у нас была учительница, которая приходила, занималась с моей сестрой, занималась со своим, с моим братом, значит, на рояле. И, значит, ну, как бы... У них это все нормально шло, но мне было это все легко, я учительница уходила, и я садился за пианино и играл все, что они должны были играть. Ну, хотя бы так рассказывают родители. Ну, а потом, значит, были тоже какие-то соседи, которые имели музыкальное какое-то образование или отношение к музыке, сказали, что вот, надо его взять в консерваторию, там, чтобы познакомиться, нам, узнать, значит, есть у него талант, нет таланта. Ну, короче... Мама меня повела в консерваторию, там тоже оказалась очень приятная, значит, педагогиня, значит, которая сказала, что она детей не берет в такого возраста и все такое, но, значит, решила меня как бы проверить и услышать меня. Значит, что-то я сам сыграл ей, очень не знаю что, но, короче, она меня взяла. И еще у нее была ассистентка, и мама и папа решили, ну, раз есть у него талант, раз есть у него... какая-то такая вот возможность что-то такое сделать. Так что они, значит, решили не раз в неделю у педагога и потом раз в неделю у ассистента, а 5 раз в неделю у ассистента и раз в неделю у педагога. И таким образом я достаточно быстро начал делать успехи. И я помню, что каждый день я шел с мамой в консерваторию. Значит, мы жили на 12-й, консерваторию была на 19-й авеню. И мы, значит, с ней шли по улице, значит, вместе. Это было мое время с мамой. Было так это самое приятное. Мама что-то мне рассказывала все время, каждый раз это было. Ну и потом, значит, час она сидела, пока я занимался. Потому что сказали, не надо его даже допускать до рояля одного. Потому что там будет неправильная, значит позиция руки. Там он будет не то играть. Там. Ну, короче, первые 6 месяцев это было так. И каждый день у меня, значит, один был воскресный день, который, значит, был без занятий. Так что родители, если бы не родители, как у всех музыкантов маленьких детей, конечно, родители, значит, виноваты в том, что есть какие-то успехи, потому что иначе сам ребенок этого сделать не может. Ну, а потом уже был конкурс там маленький, который, значит, и папа мне сказал, что если я выиграю, что я хочу, и так далее, и так далее. Ну, я выиграл этот конкурс баховский в Беркли. Значит, потом уже началась вот такая вот, как бы уже заведенная программа, что каждые 2 недели концертик, значит, мой педагог создавал разные, значит, эти концерты в разных местах, то в Беркли, то в Окленде, то здесь, то там. И все мы как бы выступали, все наши, там была еще одна армянка, наша Лана Крузиан была, и другие были, значит, молодые, талантливые дети. И мы все примерно одного возраста, плюс-минус 1 год, может быть. И мы, значит, продолжали заниматься прекрасно. Ну, что... для вас это было удовольствие или вас заставляли? Я читала про разных известных очень музыкантов, которые говорили, что нас заставляли в детстве. Нет. Родители, а потом... Нет, я не могу сказать, что меня заставляли. Мне нравилось, потому что мне было более-менее легко. Но, конечно, там, когда дети игрались на улице, мне надо было приходить и садиться за рояль. Ну, как бы такие совершенно незначительные... казусы были по поводу занятий, потому что я знал все равно, что надо, значит, высидеть энное количество там часов, чтобы можно было сыграть на концерте через неделю или через 10 дней или через 2 недели там энное произведение. Так что это была такая тренировка и, значит, концентрации, тренировка выдержки, ну и как бы все это как-то шло нормально. Потом меня, значит, дальше я занимался у такого Александра Либермана, который был тоже из, он был из Киева и воспитанник знаменитого Блюменфельда, который был педагогом и Владимира Горовица, и других людей. Так что... потом, это все в Сан-Франциско? Это все в Сан-Франциско и в Беркли. А потом, значит, я уже
Ну, уже потом я поехал еще в Армению на один год. Вот как это случилось? Ну, вот тоже мама, папа, значит, встречались с армянами, которые приехали. У Советского Союза в Армении была единственная страна из республик, которая имела Министерство иностранных дел. Потому что было больше армян за границей, чем внутри страны. И вот у них было такое, значит, Министерство по делам диаспоры. Вот приезжали сюда вот эти люди, значит, естественно, я им что-то сыграл, что-то такое мы, значит, там мои родители обсуждали, и они пригласили, хотите, чтобы он занимался в Армении. Мы это можем устроить. Ну, и родители меня послали в 15 лет одного. Страшно, нет? Конечно, было страшно, но я жил у бабушки, но надо было еще добраться до Еревана из Сан-Франциско, так что это было все не так легко. Но, тем не менее, какое-то такое вот было интересное, вот такой экскурс в 15 лет. Я там был почти год, а потом я вернулся в Америку, закончил здесь high school и сразу улетел в Нью-Йорк и начал заниматься в Джулиарде. Знаменитый. Да. У нас Джулиард кончал в Юфорте. У меня композиторское образование. Да. А он у нас, значит, пианист и дирижер, еще вот такая. Ну, замечательно. Причем он блестяще кончил Джулиардскую консерваторию и 16 лет уже гастролировал по миру как пианист. А вот когда вы оказались в Армении, у вас было ощущение, ну вот вы тоже на какой-то родине еще, это родина вашего папы. Мне было очень интересно, потому что там была бабушка, естественно, мой дядя, и эстрадный оркестр Армении. И потом каждый день мы ходили то ли в оперный театр, то ли на балет, то ли на оперу, то ли в симфонический, то ли на концерт. И, конечно, это было уникальное время. Уникальное время. Там приезжали знаменитые артисты. Эмиль Гилец приезжал в Ереван, Леонид Коган приезжал в Ереван, Святослав Рихтер прилетал в Ереван. Я слушал потрясающих пианистов, которые приезжали. Ну, у меня просто, так как я занимался на рояле, меня интересовало больше фортепиано игра и фортепианные концерты. Так что было очень интересно, и я не жалею ни на одну секунду, что мои эти родители это такое совершили со мной. А потом вы приехали обратно, вы прилетели в Нью-Йорк. Потом, я потом поехал в Нью-Йорк и поступил в Джулиард. И занимался 5 лет в Джулиарде, получил свой там bachelor's и master's degree. И дальше уже началась моя карьера как пианиста. Педагоги были, я читала, да? Знаменитые педагоги точно была Надя Райзенберг, которая занималась у знаменитого Леонида Николаева еще в Императорской консерватории в Санкт-Петербурге. А потом Нина Светланова, педагог мой, который по сей день мой консультант и чудесный совершенно человек. И она занималась у знаменитого Генриха Густавовича Нейгауза. Она закончила Московскую консерваторию у него, и она была первой женой Евгения Светлановича. Я хотела спросить, она была женой, да? Да. А дальше? А дальше уже, ну, просто я гастролировал, потом поехал в 89 году в Советский Союз на гастроли. Было вот до этого можно? До Советского Союза. Вы понимаете, вы молодой человек, вы понимаете, что вы талантливый, что вы известный уже. Как вы с этим справлялись, с известностью? Никак не справлялся. Надо было сидеть, заниматься и давать концерты. Так что не было времени думать ни об известности, надо было хорошо играть. Так что мы были все заняты. Я даже не знаю ни одной секунды времени, когда мне было скучно. Или я думал, что что-то такое, а что мне делать? У меня было всегда 1000 вещей, вот у меня на рояле стоят ноты, которые, значит, надо еще раскопать и сыграть, и выучить, и сделать, и все такое. Никогда не было ни одной секунды вопрос о том, мол, что мне делать. Так что в этом отношении я вскоре после окончания Джулиардской консерватории, ну и School of Music, как называется, меня взяли на работу в Columbia Artists, и они были моей агентурой, которая занималась моими концертами, и я давал 100-150 концертов в году.
Куда? По Соединенным Штатам, по Соединенным Штатам, и в Европе, и с симфоническими оркестрами, и везде, и всюду. Они мне делали 100, 150, 130, 140 концертов в году. И в гастроли были, значит, в 1989 году 25 концертов по Советскому Союзу. И первый концерт был как раз в Ереване, открытие сезона, это был сентябрь месяц. И я открывал сезон симфонического оркестра, значит, в Ереване. Мама, папа приехали, бабушка моя была, и, естественно, мой дядя был, и все были. И мы, значит... Дирижеры были всемирно известные по всему миру, с кем вы... Да, но я со многими играл, и это было очень интересно. И потом, через год, я вернулся опять по приглашению в госконцерты и сыграл 1 декабря 90-го года. Я сыграл концерт в Большом зале Московской консерватории с Государственным камерным оркестром СССР. Был тогда и художественный руководитель, и главный дирижер Андрей Корсаков, скрипач. Основывал его Баршай, да? Да, еще в 56-м году. Тогда назывался Московский камерный оркестр. А потом, когда пришел туда Виктор Третьяков, скрипач, в 80-м году, значит, они переименовали и сделали Государственный камерный оркестр СССР. Значит, все еще это был Государственный камерный оркестр СССР. В 91-м году, в январе месяце, скончался Андрей Корсаков. Ему было 40 с чем-то лет. Молодой был. И он, и мне вдруг, мне позвонил директор оркестра, я был в Финляндии в это время, сказали, что Министерство культуры выдвинуло мне предложение стать художественным руководителем, главным дирижером оркестра. Американскому гражданину? Да, с армянской фамилией. С армянской фамилией. Да, Государственный камерный оркестр СССР. Так что я думал, что это, конечно, чушь, этого быть не может. Но я поехал в Москву. Я был в Финляндии, сразу сделал себе визу, поехал в Москву. И таки, на самом деле, было мне, знаете, выдвинуто предложение стать главным дирижером этого оркестра. Родители, реакция? Ну, они-то были довольны, все мои знакомые думали, что я с ума сошел, потому что все уезжали в то время из России. И из Советского Союза, как бы, шлюзы открылись, и все, куда хотели, уезжали, приезжали, не знаю что, но в основном уезжали, никто не приезжал. И вот, но мне было интересно, и я сказал, ну, я всегда могу уехать. Поеду в аэропорт и уеду, если мне не понравится. Так что было очень интересное время, и получилось достаточно успешно. Сколько лет вы работали? 20. Сколько? 20 лет. 20. Я руководил Государственным камерным оркестром. Ну, естественно, сперва СССР, потом развал СССР, значит, Государственный камерный оркестр России, а потом уже Государственный академический камерный оркестр России. Значит, в 2010 году, в 2010 я ушел из оркестра. А какие были, что там, какие знаменитые были в то время исполнители, куда вы ездили? Ну, немножко про это. Все, мы ездили, уже за границу ездили, 150 концертов в году давали. Наши солисты были самые знаменитые, от Джеймс Галвей, флейтиста, ну и, естественно, Дмитрий Хворостовский, Сондра Радвановский, Рене Флеминг. Thank you.
певцы, которые приезжали в Россию, это было все со мной. Мы начали вот дружбу нашу, естественно, с Хворостовским еще в 2000 году. А уже не говоря о всех пианистах и, ну, всех скрипачей, не знаю, там, трубачи, ну, все с нами выступали. В это же время мы, значит, я создал фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга», который был сперва, первый год был еще «Дворцы Ленинграда». И потом, значит, уже моя жена Мария, она, значит, развела это дело и теперь развила все это так, что у нас там целая компания, которая занимается концертной деятельностью. И уже 30 лет, как этот фестиваль, значит, живет и процветает во всех дворцах Санкт-Петербурга. Эта мысль пришла в голову Константину Арбеляну, это правда. Потому что человек приехал вот издалека, посмотрел на это все петербургское чудо. Он сказал, да как же так, здесь такое количество дворцов, неужели здесь нет такого музыкального фестиваля? В 97 году я сделала сама первый фестиваль. Вот это было так. А первые 4 сделал Костя. Но я уже помогала ему, мы уже познакомились. Я обожаю, естественно, вот музыку и все, что с ней связано. Я боготворю талантливых людей, кому выпала вот эта вот тайна Богом, да, в них заложенная. И я это чувствую и понимаю, что, ну, сцена, она, в общем, все показывает. Вообще, человеколюбие, оно неблагодарное качество, конечно, но если оно тебе уже заложено, оно в тебе, потому что без этого невозможно делать ничего. Так что много очень всего, даже трудно даже объяснить. Но, конечно, дружба с Хворостовским была удивительна. Хочу. Пожалуйста, это одна из самых интересных, прекрасных и в то же время трагических историй. Да, это было очень интересно, это было совершенно неожиданно. И как-то так такая дружба получилась, и, значит, чисто семейная, и музыкальная, и профессиональная. И потом, конечно, тот факт, что он своей персоной, своим голосом, своей неслыханной его талантом и все такое возродил, можно сказать, вот эту гордость России. Печальна и чиста, как жизнь людьми любима, как жизнь ты непроста, как жизнь непостижима. Музыка везде, в любом краю, летишь ты с губы клавиш, свистящую змею, и ту застыть заставишь. Музыка, ты весенний гром, и хляб ночей ненастных, ты стала языком счастливых и несчастных. Пусть в мире прижилась часть твоих мелодий, твоя бессмерна власть над теми, кто свободен. Музыка, музыка. Maria.
белый язык дождя, ручья и птицы. Музыка, ты немота светил, молчание тумана, боль тех, кто долго жил, и тех, кто умер рано. Музыка, ты весенний гром, ни хляб ночей ненастных, ты стала языком счастливых и несчастных. Пусть в мире прижилась лишь часть твоих мелодий, твоя безмерна власть над теми, кто свободен. Музыка, музыка, музыка. С его исполнением военных песен, там, потом всякие вот эти потрясающие были проекты с нашими замечательными дуэтными певцами, то есть Рене Флеминг и Сондра, и Йонас Кауфман, все приезжали, 10-летний наш фестиваль, который мы делали, не фестиваль, а концертная серия была «Хворостовские друзья». Точно, мы начали в 2006 году, и, конечно, последний концерт был в 2015. Нет, в 15-м был последний концерт. Уже в 15-м году, это было осенью, а в мае месяце 15-го года у него уже был поставлен диагноз рак мозга. Так что... Печально, очень печально. И вот эти военные песни, которые тогда звучали, сегодня они, наверное, звучали бы по-другому, мне кажется. Это точно, это точно, это очень... Тогда это было все как-то по одному, сейчас это, конечно, по-другому все это получается. Даже сложно сейчас слушать. Mm-hmm. Я в последнее время, я вот пару раз послушала и не могу слушать, mm-hmm. потому что это очень тяжело сегодня. Да. А дальше, идем дальше. А дальше вы поехали в Армению? Да, вот в 16-м году получаю телефонный звонок от жены президента, от первой леди Риты Саркисян, которая меня, значит, вызывает на разговор. Я лечу в Ереван на следующий день, и она мне предлагает стать худруком ереванского театр оперы и балета. Значит, я тоже ей сказал, я говорю, давайте вы подумайте, мало ли там какие-то еще есть кандидатуры, я тоже занят. Дмитрий был уже болен, но все-таки он был еще в состоянии петь еще много. Так что я говорю, давайте мы будем думать вместе. Давайте месяц мы дадим такой тайм-аут, и вы потом решите, хотите ли вы еще, чтобы я был худруком или нет. Значит, через месяц, я как раз ровно через месяц она мне звонит. Она говорит, ну, Костя, ты приезжаешь? Я говорю, да, я завтра лечу в Ереван. Она говорит, я все, я, значит, я хочу, чтобы ты был худруком театра. Хорошо, ну, я прилетел, я согласился, подписал договор и стал худруком театра. Но через 6 месяцев меня назначили и директором, и худруком. Так что тоже была такая вот интересная ситуация. И такое первое впервые для меня, потому что я никогда не руководил, значит, коллективом 700 человек. Так что это было вдруг такое, у нас как снег свалился на голову. Так что была такая интересная все-таки ситуация. Но театр был тогда такой мало...
малоизвестный. Известный. Был, конечно, и ну, армяне-то да. знали. Но мало чего там происходило. Я сразу все возобновил, я его вычистил, я там пытался все сделать. Я заказал, значит, там 90 портретов всех самых известных армянских исполнителей, дирижеров, балетных и композиторов, и все такое. Сейчас все висит, моя коллекция висит в мезонине театра. Значит, и много новых постановок сделали. Ну, за 18 лет у них было 4 новых постановок. Я за 2 года сделал 18 новых постановок. То есть они работали как сумасшедшие просто. И в гастроли сделали. Первый раз в истории был вывезен ереванский балет. Армянский балет был вывезен в большую историческую сцену Большого театра. Первый раз в истории. Не то, что там в советское время, они тоже никогда не были. Они были в Дворце съездов. Еще в 1975 году они приехали в Москву и исполняли балет Константина Агапароновича Варбеляна «Бессмертие». Это было на тему 30-летия окончания войны. Мама, папа специально летали в Армению, в Москву и потом в Армению. Так что это было очень интересно. И потом мы съездили первый раз за 20 лет, они выехали, опера выехала на гастроли. Значит, тоже, значит, мы были 2 недели в Дубае. Потом мы вернулись в Армению, потом полетели на открытие оперного театра в Кувейт. И было масса планов, очень много разных планов было, много разных идей. Я привозил итальянских режиссеров, я привозил агентов, я привозил очень многих коучев. Все я, естественно, за свой счет, потому что у государства не было денег за все это платить и так далее, и так далее. Так что было очень интересно и очень динамично. И было очень хорошо. Но потом случилась история. Нет, случилась революция. И когда, значит, уже Сержа Саркисяна не было. И пришло новое руководство страны. И вот это новое руководство, они решили, что надо, значит, что-то такое другое придумать. Можно было подумать, что все остальное в стране в полном порядке, только надо взяться за оперный театр. Значит, и меня уволили 29 марта. 2019 года, через, ну, практически через год после революции. Тот невероятный темп, который мы взяли, и тот успех, который наш,
театр имеет в международной арене и вообще во всем мире. Это будет очень жаль. Так что я хочу сказать еще раз спасибо вам и спасибо всем, которые здесь сегодня. Спасибо всем. Через два месяца я подал в суд на премьер-министра и на Министерство культуры. Сильный ход. И, значит, я выиграл. И меня восстановили. Долго был этот процесс? Меня уволили 29 марта. Подал я в суд в конце мая. Потому что есть двухмесячный срок, который можно подать в суд. Значит, и выиграл я суд в декабре. И после уже апелляции Министерства культуры, восстановили меня, значит, в середине февраля 2020 года. А через две недели закрылась страна, и, естественно, театр и все такое. И я вылетел 17 марта, последним самолетом из Еревана в Москву и из Москвы уже в Сан-Франциско. Закрылось, потому что... Ковид. Да, из-за ковида все закрылось. И два года я работал отсюда и занимался там... ничем в театре, потому что театр не функционировал. Но делали мы раз в месяц, делали такие концерты в фойе, которые транслировались по интернету. Угу. Значит, и там 2-3 певца, так, чтобы это было все безболезненно, в смысле ковида. Да. Так что, и потом уже закончился мой контракт. И меня... случайно, можно сказать, я встретился с генеральным директором New York City Opera в Москве. У меня был концерт в Москве с знаменитым певцом Йосиф Калея. Он мальтийский певец, который поет метрополитен во всех оперных театрах. И у нас был концерт в новом концертном зале «Зарядье». Это где была гостиница «Москва». Там как раз концертный комплекс. И, значит, и вот как раз он приехал, тоже жил в гостинице «Националь», и мы встретились с ним, он пришел на концерт, значит, понравился ему концерт, он говорит, я хочу с тобой серьезно поговорить по поводу New York City Opera. Я тогда сказал, что я ничего не могу сделать, ну, потому что мне надо восстановиться, значит, в Армении, я выиграл уже суд к тому времени, и все, а потом уже ковид, так что некуда было особенно деваться, а потом, значит, контракт мой закончился, и на следующий день... Уже в 21 году я приступил на работу, значит, как художественный руководитель и главный дирижер New York City Opera. Это какой год? 21? Вот ровно год назад. Вот 21. Да, 21 год. Угу. Так что вот мы уже сделали достаточно интересные проекты. Прошлым летом я дирижировал «Риголетто» в парке. В этом году у нас и «Савицкий цирюльник», и «Травиата», и «Лючия де ла Мемур» этим летом. Так что это всегда эти летние концерты очень, очень приятные, потому что все это бесплатно для публики, и все это на лужайке очень красивые, около Нью-Йоркской публичной библиотеки на 42-й улице, и там шикарный парк очень красивый. Так что мы делаем все это в костюмах, и со сценой, и со всеми делами, так что это все будет очень красиво. Так что это мы делаем, а дальше у нас много проектов, которые будут уже в будущем. А вы вообще расскажите про эту Нью-Йорк-Сити оперу, что это за опера? Это второй, можно сказать, в Нью-Йорке оперный театр, который функционировал всегда, значит, очень успешно с 42-го года. И, значит, сейчас у нас такое время, ну, после ковидное, когда, значит, огромные организации типа Metropolitan Opera или вот эти огромные, которые имеют гигантские деньги, им немножко было легче пережить вот это время. У нас немножко другая ситуация, значит, в New York City Opera, так что у нас так немножко медленный заход. Но очень интересный, вот у нас была в январь-февраль была премьера оперы «Gardens of the Finzi Cantini». Значит, это про еврейскую семью, историю еврейской семьи, знаменитый кинофильм был, книга и кинофильм «Витторио де Сика». Значит, и мы сделали вот эту американскую премьеру этой оперы, написана композитором Рикки Иэн Гордон. И очень интересно было, и все спектакли были проданы.
И все это было совместно с Jewish Heritage Museum на юге Манхэттена и с Yiddish Volksbühne Theater. Так что это была такая очень знаменательная вот какая-то работа такая, так что мы это сделали. А сейчас... гастроли будут где-то? Ну, гастроли, я надеюсь, что когда будут у нас те финансовые возможности, чтобы сделать гастроли, я надеюсь, что мы это сделаем. И дальше делаем разные проекты. Вот сейчас мы делаем проект с Вильнюсом, с Вильнюсским, значит, Литовский национальный оперный театр, и с Английским национальным театром, English National Opera, и New York City Opera. Мы будем делать «Il Trittico», значит, эти три небольшие оперы Пуччини, там Джиани Скики, сестра Анжелика и «Il Табаро». Это будем делать уже совместные проекты, потому что есть такая традиция, когда несколько театров вместе собираются и делают интересные проекты. Mm-hmm. Так что это мы делаем. А дальше мы, я заказал оперу, значит, композитору Артему Васильеву, значит, на тему «Любовные письма Николая Александры». Mm-hmm. Так что это тоже мы сделаем через год, будет премьера. Оказалось, что все их письма Николая II и Александры Федоровны были написаны на английском языке. И около 500 писем, которые существуют, которые, значит, в книжках напечатаны. И там, значит, и в этой опере все слова – это их слова. То есть это не либретист, он, конечно, не полное письмо там какое-то. Но там всего лишь 6 персонажей. Конечно, Александр и Николай, и Распутин, не без него, и няня, и Алексей, и все такое. Так что посмотрим, как это все получится. И другой проект, который мы делаем, тоже я очень надеюсь на то, что это будет очень успешно и интересно. Композитор Лера Ауэрбах написала пьесу, называется «Сугихара Симфони», про известнейшего японского консула, который дал 6000 виз евреям из Польши, чтобы они могли, значит, спастись. Значит, и будет концерт, премьера будет этого произведения 5 ноября в Каунасе. Почему в Каунасе? Потому что расскажите про Каунас, пожалуйста. Потому что я главный дирижер в Каунасе, в Литве. И вся эта история произошла в Литве, именно в Каунасе, потому что Каунас была столица Литвы, не Вильнюс. Mm-hmm. И так что вот вся эта история, которая произошла в 1939-1940 году, значит, это все, значит, произошло в Каунасе, меня пригласили, так как я там главный дирижер. Виолончелистка будет Кристина Рейко Купер, значит, она японка. И, значит, муж ее еврей, у которого родители были спасены Сугихарой. Mm-hmm. Так что вот такая вот интересная, вот она японка, значит, как бы представляет вот этого, значит, ну, как бы часть японскую. Mm-hmm. И, значит, вот этот еврей, который, значит, муж, который тоже вот эта еврейская семья, которая была спасена. И так что у нас 19 апреля 2023 года будет американская премьера в Карнеги-Холле. Так что всех приглашаю. Спасибо большое. А, и кстати, все, значит, тексты, там будет хор, оркестр и виолончель соло. Все тексты были написаны Евгением Кисиным, пианистом, на едыш. На едыш, потому что он изучил едыш язык. И так что это будет очень интересно, так что мне очень интересно, как это все получится. Конечно, очень интересно. Ну, у вас просто называется «план в полна голова», так, да. Так можно про вас сказать. Но вы вообще трудоголик, да? Я не знаю, я люблю работать. Мне нравится делать что-то и делать что-то интересное. Мне никто же не заставляет. Так что мне нравится делать. А как вы отдыхаете, если вы отдыхаете? А зачем отдыхать? От чего? Можно отдыхать от работы, а у меня нет работы, потому что я все делаю в удовольствие. Все равно бесконечные переезды, это перелеты. Нет, ну 2 года же не было никаких переездов. Отдыхали. Слушайте, пока мама была, вот вы знаете сейчас мою дачу, все, мама мне звонила, или я ей звонил, она говорит,
когда ты приедешь? Я говорю, ну у меня есть 3 дня, всего 3 дня. Но я прилетал на 2 дня из Москвы к ней. Я прилетал на 3 дня откуда-то, чтобы побыть, чтобы поддержать и все такое. Она мать, очень ждала, я знаю. Мама всегда, мама же была все-таки пожилая и все-таки такое очень важный человек в моей жизни. Так что, все ну, это было прекрасно. А скажите, пожалуйста, про сына немножко. А у вас же сын уже взрослый, да, достаточно? Да, ему 18 лет. Ну, так возраст. Скоро будет 19 через несколько недель. А так как, что... какое отношение к музыке? Ну, любит музыку. Только? Любит, да. Да ведь учился, по-моему. Ну, больше любит девочек, чем музыку. Это его можно понять, но эти вещи неразделимы, мне кажется. А почему нельзя совместить? Странно даже, конечно. Но вы его учили музыке, да? Учили, учили. Тем более, что в семье есть хорошие примеры. Есть некоторые примеры. Так что сейчас он учится в Петербурге, так что посмотрим. Учится на политехническом? Политехническом. А, значит, все-таки так что выбрал. Бизнес и маркетинг. Так что это значит по стопам дедушки прямого, посмотрим, так сказать. Да? Посмотрим. Сын вот женился год тому назад, чудесная его жена, значит, Тина Голлербах, значит, наполовину эстонка, наполовину русская. Очень красивая, очень приятная, очень воспитанная, прекрасные родители, сестра, значит, семья прекрасная. Так что они сейчас здесь обосновались, в Соединенных Штатах, и, значит, будут здесь жить и развиваться, и все такое. Так что я очень рад за него. Ну а чем он занимается? Что он занимается инвестициями, да, так что тоже международные инвестиции, там тоже, значит, его есть партнеры, с которыми он работает. Так что все это... Все это постепенно. Ну вот я вас спрашивала тогда, когда вам было еще 15 лет, о том, что вы были известны как пианист, как музыкант. Но сейчас вы всемирно известны как дирижер. И вы тоже не хвалитесь, не воображаете. Я не знаю, какое слово, каким словом это обозначить. Нет, все это ерунда. Такие есть люди, которые так себя ведут. Ну, это мне кажется, не очень... образованные люди, потому что все это ерунда. Вот несколько дней назад вот были тоже на концерте. Да, вот расскажите про это. Чайковский гала был, значит, здесь такой фестиваль, который уже сколько, 16-17 лет он существует, давно, этот фестиваль. Я дирижировал десятилетие как раз фестиваля в 15 году. Мы были тогда. Летом, когда Ильдар Абдразаков пел, должен был быть Хворостовский, он тогда заболел и приехал наш близкий друг Ильдар Абдразаков. Потрясающие люди, которые здесь занимаются этим фестивалем, и это очень красиво, и, значит, в этих wineries, вот винодельни эти, которые роскошные, каждая сама по себе. И вот концерт был пару дней тому назад, мы делали концерт, значит, посвященный, значит, Чайковскому в Америке, потому что все были произведения, которые были сыграны, это те произведения, которые были впервые сыграны в Соединенных Штатах. В частности, на открытии Карнеги-холла, когда его Чайковского пригласили дирижировать на открытии Карнеги-холла. Сейчас мы думаем с интернетом, как мы общаемся, и все это, как тогда, 150 лет тому назад, они это делали и привезли, и надоумилось кому-то, значит, там был уже такой известный тогда, что его пригласили сюда, значит, специально написать произведение для открытия вот этого зала. Так что... было прекрасно, мне кажется, шикарная скрипачка была, американка Тесса Ларк. И прекрасный пианист молодой, значит, Дмитрий Маслеев, который прилетел из Москвы на этот концерт.
очень приятно с ними общаться и музицировать. Ну а вообще вот за это время вы открыли много молодых талантов. Ну, стараемся, стараемся. Мы благодаря Науму Гузику и Гузик Foundation мы раскрыли очень многих молодых артистов, в том числе и Даниил Трифонов, который сейчас знаменитый пианист, живет в Соединенных Штатах из Москвы, которого мы привезли сюда, и он занимался, значит, в Климентском институте с Сергеем Бабаяном. И потом выиграл все возможные фортепианные конкурсы, включая конкурсы Чайковского и так далее. Мы его слушали здесь несколько да, раз. Да, вот сейчас, значит, мы тоже с ним дружим, в очень хороших отношениях. Значит, Андрей Губнин, Нарек Ахназарян, виолончелист потрясающий, который тоже наш был стипендиат Гузик Foundation. Так что в этом отношении очень-очень хорошо было, что была возможность находить этих людей. Значит, мы давали 30 стипендий в Ереване, 30 в Москве, 30 в Петербурге. Делали концерты по всей России, значит, делали концерты по всей Америке. Организовывали концерты в Карнеги-холле каждый год. Значит, для молодых артистов. Так что здесь это была очень серьезная работа, и очень серьезно все это продвигалось, и успехи были потрясающие. Но сейчас это не продолжается? Сейчас нет. Нет, да? Сейчас нет. Нет, мы помогаем, у нас есть наши стипендиаты, которые учатся в том же Джулиарде, потрясающая молодая арфистка из Ленинграда, из Санкт-Петербурга, Алиса Садикова. Ей 18 лет, получила полный scholarship в Джулиард, но там, значит, всегда надо каким-то образом помочь оплатить жилье. Угу. То есть там у них общежитие, но это как бы уже школа не платит за это. А сколько лет там в этой школе? Четыре. Четыре? Четыре, да. Так что она феноменальная. Ей 18 лет, это сногсшибательная будет карьера. Уже сейчас сногсшибательная карьера. Значит, сейчас молодой армянский композитор, сейчас тоже поступил в Berklee School of Music в Бостоне, так что тоже мы ему помогаем. Много чего происходит, так что это прекрасно. Ну вот я хочу вот что спросить. Ну сейчас происходит не самое приятное событие между Россией и Украиной, а вопрос касается культуры. Я хочу спросить вас, потому что в самом начале со всех сторон мы слышали одно – запретить русскую музыку, русских поэтов, русское, все русское запретить. Что вы скажете? Вот сейчас был у вас этот концерт, который был на Вайнере, это был Чайковский. Да. Никаких не было проблем с тем, чтобы вы показали нам Чайковского? Нет, и русских артистов тоже. И русских артистов. Притом прямо из Москвы, не то, что там где-то когда-то. Ну как? Нет, это думаете? Все ерунда. Артисты не отвечают за правительство, это другое дело, если они как бы выступают за войну. Я, например, против любой войны. Так что для меня каждая человеческая жизнь это сокровище, и для меня то, что происходит, это совершенно немыслимо и совершенно непонятно. Потому что как можно, ну, в 22-м году... Вот такое нанести. Вот для меня это непонятно. Очевидно, я что-то не понимаю. Так что в этом отношении это очень печально, когда русские артисты должны отвечать за, или вообще какие-то либо артисты, тем более композиторы, которые уже умерли по 150 лет тому назад, что они должны отвечать за правительство. Хотя, когда началась Вторая мировая война, немецкая музыка не игралась в Советском Союзе. Запрещено было. Угу. И Бетховен, угу. И Брамс, и Вагнер, Вагнер, естественно, и все такое. Так что здесь, ну и по сей день, по понятным причинам, например, в Израиле музыка Вагнера не звучит. Да. Не звучит. Так что здесь, ну это там не потому, что правительство это делало, а потому, что эта музыка использовалась в определенных целях. Угу. А тут... Причем здесь Чайковский, когда весь мир играет Щелкунчика, и даже немыслимо даже подумать, что Рождество может пройти без Щелкунчика. Да-да. Так что это вещи, которые уже, это не, даже не русская музыка, и это ничего с Россией не связано, тем более с правительством сегодняшней России. Это как бы история да. мира уже. Да, это просто часть нашей жизни. Да-да. Это просто часть да. нашей жизни. Рахманинов, ну, по известным причинам, тоже уехал, значит, в 2020 году,
и переселился на Запад, и переселился в Америку, и потом, значит, в Швейцарию. И, кстати, его племянница Татьяна Копленд, одна из спонсоров этого фестиваля. Mm. Да, так что она была названа в честь дочки Рахманинова. Да. И она одна из твоих больших, значит, меценатов этого фестиваля. О, как интересно. Ну, а вот Нетребко, например, что случилось с Нетребко, вы знаете. Это надо ее спросить, что с ней случилось. Нет, я не в этом смысле, а в том, что потом это все отменили. По-моему, потом она уже может поступать в каких-то разных То, что Аня Нетребко выдающийся исполнитель, это мы знаем. У нас был потрясающий совершенно концерт с ней, с Дмитрием Хворостовским. Это было 19 июня 2013 года на Красной площади. Вот. Была всемирная трансляция этого концерта. Это было совершенно феноменально, это незабываемо. И она совершенно... Папа там был? Папа уже не было. Ой, тогда не было. А когда папа был? Я знаю, что папа был на Красной площади. Это был в 2004 году, когда наш первый концерт с Дмитрием был. Значит, 24 мая 2004 года. Мама, папа прилетали. Да, я помню вот это. Уже в 2005 году у нас с Дмитрием и папа прилетал на этот концерт, который был, где было 68 глав государств. Угу. На этом концерте к 60-летию окончания войны. А потом вот концерт, который был с ним потрясающий, вот 19 июня, и есть DVD, который выпущен на Deutsche Grammophon, и, значит, ну, трансляции были бесконечные, и в кинотеатрах показывали этот концерт, и все такое. Короче говоря, значит, дальше мне трудно сказать, что она думала, когда она высказывалась, так что об этом я не буду комментировать. Ну, понятно. Но то, что она выдающаяся певица, актриса и музыкальная фигура, это совершенно бессомненно, и это точно. Ну, конечно. Мы ее много раз слышали. Да. И она, правда, вот как драматическая актриса. Она потому что это очень важно. Да. Когда человек не только обладает голосом, но еще играет свои партии. Она удивительно, она талантливая. Удивительно просто талант у нее. И ее просто траектория карьеры. Я ее помню, когда она спела свой дебют в Метрополитен-опере с Дмитрием Хворостовским в опере «Война и мир» Прокофьева. Uh-huh. И Валерий Георгиев дирижировал. Uh-huh. И это было потрясающе. Uh-huh. Кроме этой сногсшибательной внешностью, которая у нее была, совершенно очарование невозможное. И актерские способности, которые у нее были и есть. И она, ну, конечно, повзрослела, и она все равно очень красивая женщина. Так что здесь мы недавно делали концерт, это было тоже в 19-м, кажется, году. Угу. Мы делали концерт в Большом зале Московской консерватории, тоже посвященный Дмитрию Хворостовскому. В 18-м, извиняюсь. Как часто вы сейчас созваниваетесь, я не знаю, или, может быть, бываете, где жена, дети... Дмитрия. Я то недавно их видел в Лондоне. Я был в Лондоне в середине июня. Мы встречались, и, ну, как бы живут своей жизнью, и все растут. И Максиму 19, Нине 15, а Флоранс такая же красивая и очаровательная, как была. Значит, так что все, жизнь идет. Продолжается, несмотря на все. Конечно, конечно. Все это безумно тяжело, никто не мог себе поверить, что это может случиться, в 53 года заболеть раком мозга, а, значит, в 55 его уже не стало. Через месяц после дня рождения. Мы видели этот концерт, который транслировали, последний его концерт, угу. В Красноярске, да? Ой, да. Это было что? Да, это очень-очень тяжело. Я рыдал весь концерт, весь зал рыдал. Да. А мы рыдали у телевизора. Да, это все немыслимо. Ну, он, конечно, герой и безумно храбрый. Абсолютно. И совершенно невероятно абсолютно. Стойкий. Абсолютно. Редкий дар и редкий вам подарок такого друга. Да, не это всегда... мне очень повезло. Нет. Он совершенно уникальный по своей подаче своих музыкальных знаний, голоса и
музыкального вот восприятия того, что он делает. И мне всегда очень ясно с ним. Вот все, что он хочет, я понимаю не потому, что он мне показывает или я стараюсь, а просто это настолько ясно его намерения, они настолько глубоко прочувствованы и сделаны, и продуманы, что очень легко с ним работать. И моряком в страны дальние, где царит любовь, где царит покой, где страдания, где вражды и запрет, не встречал бы вас, не любил бы так, я бы вложилась, улыбаетесь, а вы В конце выступления Дмитрию Хворостовскому вручили знак почетного жителя Красноярского края. Это звание ему присвоили еще в 2015-м, но никак не удавалось отдать артисту причитающиеся атрибуты этого титула. Свои поздравления оперному певцу передал и губернатор Виктор Толоконский, который в тот момент находился на Санкт-Петербургском экономическом форуме. Медаль, грамоту и ленту вручал председатель Законодательного собрания края Александр Ус. Для всех нас в этом зале сейчас, конечно, особое торжественные волнующие минуты, торжественные волнующие в первую очередь для Дмитрия. Действительно, как бы пафосно это ни звучало, но награда, высшая награда земли, на которой человек родился, вызывает особое чувство. Это очень значимо, важно и волнующе для всех нас, потому что Хворостовский у нас один. Я должен был вернуться. Я вас люблю, потому что это мой родной город, потому что сука связана с конференцией. И меня сопровождает, мои выступления заставляют меня двигаться дальше, двигаться вперед. И спасибо вам еще большое. Спасибо за это. Вот смотрите, вы в Армении, вы в России, вы в Америке. Вы везде дома, где бы вы ни были, или все-таки здесь, в Америке? Я не знаю, я задаю вопрос. Я везде дома, мне везде хорошо. Потому что мне хорошо. Значит, мне везде хорошо. Не, можно поверить. Нет, здесь просто очень красиво и хорошо. Да. В других местах, может, менее красиво, но мне все равно хорошо. А потому что работа? Да, конечно, я люблю свою работу, я люблю то, что я делаю, мне интересно. И я занят. Я занят тем, что мне нравится делать. Вот папа тоже каждый день, значит, вставал, значит, можно сказать, выпрыгивал из кровати и шел на работу, потому что он получал удовольствие. Он получал удовольствие от своей работы. И это самое главное, я считаю, в жизни. Найти то, что тебе нравится делать, чтобы это не была работой, а это чтобы было это просто твоя часть твоей жизни. Как это угадать? Это уже другой вопрос. Это такая вещь, которая надо пробовать, очевидно. У меня не было никогда особого выбора. Я просто знал с детства, что я хочу делать. Мне в голову не приходило делать что-то другое. Я не знал, буду ли я успешен или нет, это уже другой вопрос. Но вы хотели быть успешным? Я специально, не то, что специально я хотел быть успешным, просто я хотел делать то, что я делаю на самом лучшем уровне для себя. Uh-huh. И я подумал, что ну, если кто-то еще заметит, что это как бы неплохо, значит, я уже где-то на каком-то уровне. Uh-huh. Так что. Да. А я хотела вас еще спросить про Лену, про вашу сестру. Да. С чем она занимается, что у вас? Лена, что она... Лена уже. Что... Одну секунду. Что она унаследовала от родителей просто? В смысле своей жизни? В своей жизни. Нет, все она работе. Унаследовала. Она унаследовала неслыханную свою доброту и легкость поведения, как у моей мамы.
И она взяла, она и внешне очень похожа на маму. Очень похожа. Так что здесь, а так она занимается нашим семейным бизнесом. И слава богу, она, ну, как известно, достаточно успешный маклер. И она всегда занималась недвижимостью и все такое. Так что это все в ее руках. И она прекрасно этим всем владеет. Все ее дочки занимаются тоже недвижимостью. Не с нами, но как бы, значит, отдельно. И очень успешные тоже. Так что это все очень хорошо. Чудесно, когда свои близкие люди, да, и успешные, и это друзья. Да, и главное здоровые. Главное здоровые. Так что... Конечно. Да, Лена родилась во Львове 8 февраля 44 года во время войны. Город назывался в то время Лемберг. Угу. Потому что это была уже немецкая оккупация. Значит, и вот она тоже приехала с мамой, значит, в 48 году, 4 года ей было. Ну и вся жизнь уже, конечно, здесь. И тогда Гарик увидел красивую, да, Верочку. Да, с маленьким ребенком. С маленькой девочкой. И влюбился в двоих. Да, да. Влюбился. Да, так что очень приятно мне с ней общаться. Я ее очень люблю. И прекрасные отношения. Константин, пожалуйста, скажите, сколько лет вы концертировали как пианист, и как давно вы уже дирижер, и не скучаете ли вы по первому своему успеху? Нет, знаете, я должен сказать, что я насытился в одно время, такое было, когда я давал около 150 концертов в году как пианист, и это было очень серьезно, это было очень сложно. И это было немножко тоскливо даже, потому что все время был один. А потом, когда вдруг появился оркестр, ничего не изменилось в моей фортепианной жизни, потому что я все время играл с оркестром. Значит, с 91 года, как я приступил на работу, значит, с Государственным камерным оркестром России, практически каждый концерт я играл. Так что я играл концерт Шнитке, концерт Шостаковича, моцартовские концерты, другие концерты. Так что это было очень интересно. Это было очень как-то огромное удовлетворение, и записи мы делали, и всякое такое. Так что было очень интересно. А потом, когда уже я как-то пошел в эту стезю с певцами, и появился Хворостовский, появились многие другие музыканты, с которыми мы играли. Уже просто я расширил оркестр. И уже была немножко другая динамика. И мне было немножко тесновато со струнным оркестром, не с большим. И потом, конечно, 2008-2009, когда был всемирный кризис, с гастролями было не очень хорошо. Уже были сложности с гастролями. И потом просто финансово в России было очень сложно. В 2008 году очень было тоже сложные ситуации с финансами, и цены уже были даже дороже, чем на Западе, а зарплаты были очень маленькие для музыкантов. Я ждал, что нам все-таки дадут государственный грант президентский. Угу. Все-таки это был Государственный академический камерный оркестр России. Угу. И нам его не дали. Нам его не дали. Так что я подумал, что один тянуть это без 150 концертов за границей и так далее, просто невозможно. И это почему я решил уйти. Да, но я не спросила еще одну из главных моих вопросов. Вас сколько раз на Грэмми представляли? Уже 4. Значит, у меня 4 номинации, начиная с 15 года. Слава богу, мама тогда еще была, значит, с нами, и я получил это... Значит, на номинацию с потрясающим тенором Лоренс Браунли, «Росиневские арии». Потом, значит, уже тоже с Дмитрием Хворостовским 2 номинации. Вторую номинацию я получил уже в день его смерти, то есть день его похорон. В Москве мы получили известие о том, что во время ужина после похорон мы, значит, получили то, что мы номинированы на Грэмми с вокальным циклом Свиридова. Угу. «Отчалившая Русь». И это совершенно выдающийся, он это поет, это потрясающе.
Значит, и следующая номинация тоже была с Дмитрием, опера «Риголетто», значит, Верди, которую он мечтал записать. Мы это сделали, и тоже была номинация в 2018 году. А последняя номинация была полтора года назад, не в последний раз, а в предыдущий раз, значит, с американским тенором Стивен Костелло. Так что очень-очень это приятно, это очень как-то так торжественно и красиво, и все это, так что приятно очень. Я вас поздравляю, потому что столько номинаций, это скоро в это самое, в книгу рекордов Гиннесса. Так что посмотрим, если когда-нибудь выиграю, это уже будет тоже хорошо. Да, конечно, да. Но это тоже здорово очень. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Маэстро, вы чудесный. Спасибо вам. Вы чудесный, мы очень рады встрече, и я извиняюсь, что я вас замучила, но... Ничего, все это хорошо. Спасибо. Все шикарно. Спасибо. Хорошо.